Наша тема номер 10 – Telegram-бот, уведомляющий о выходе кино. Делали их Крохин Алексей и Пищиков Николай из группы B21534 под руководством Дубровкина Дмитрия. Актуальность. Telegram – это популярный мессенджер, который пользуется более 500 миллионов человек. Создав бота в этом мессенджере, который будет уведомлять пользователей о новом кино на неделе, мы поможем сэкономить время пользователей. Так, время самоличного мониторинга выхода интересующего кино – это будет делать Telegram-бот. Наша цель, в общем, избавить людей от занесения в заметки фильмов, которые они хотели посмотреть, чтобы люди не тратили на это время. Цель проекта. Глобальная наша цель – создать Telegram-бот, который будет автоматизированно отслеживать кинопремьеры, интересные пользователи, уведомлять его об их выходе. На большой экран к меню премьеры. В рамках данного семестра мы реализовали Telegram-бот, который по запросу пользователя выводит информацию о фильмах, выходящих в ближайшую неделю, а также более детальную информацию по названию фильма, дата выхода, постер, минимальное описание. Задачи. Первое. Изучить, что такое парсинг сайтов, в чем его плюсы, как он происходит, с помощью каких библиотек его можно производить. Выбрать сайт, который мы будем парсить для получения нужных нам данных. Изучить, как создаются Telegram-боты и с помощью каких библиотек можно их создать. Реализовать парсинг выбранных сайтов в получении нужных данных. Реализовать Telegram-бота и проверить работу проекта. Ход работы. Парсинг – это процесс автоматического сбора данных и их структурирования. Мы начали свою реализацию проекта с того, что такое парсинг, как он работает. Парсинг – это заменяет ручную работу человека. Например, человек может вручную зайти на разные сайты, искать по разделам, сохранить понравившиеся фильмы, закладки и т.д. А можно понастроить программу парсер, которая сама автоматически соберет данные и сохранит в нужном формате. И все это будет в разы быстрее. Плюс партнеры. Вы не тратите лично время и получаете данные довольно быстро. Можно задавать разные параметры для составления выборки. Для парсинга можно настроить определенные периодичности. Например, собирать данные в какой-то определенный день. Реализовать свой парсинг мы решили на языке программирования Python как наиболее популярный и подходящий для этого занять тему. Для этого в ней существуют различные библиотеки. Например, Beautiful Soap, Prequest, Scrappy, Selenium. Beautiful Soap, например, упрощает процесс извлечения данных из веб-страниц. Эта библиотека использует анализатор кода HTML и XML, представляет вам характерный для Python способ осуществления доступа к данным. Request, например, это HTTP-библиотека, подключающая отправку HTTP-запросов. Мы выбрали сайт, который будем парсить, и наш выбор остановился на сайте IMDb. Наш парсер получает исходный HTML-код страницы с фильмом на сайте IMDb. Программа проходит по нему, как по обычным словам, и находит заранее предопределенные наши HTML-теги, в которых заключена нужная информация о фильме, дата премьеры, наименование, описание и так далее. Затем парсер сохраняет всю информацию о фильме в удобном для нас формате данных, базе данных. Обычно боты создаются с помощью фазербот, который позволяет создать бота с названием, аватарок и т.д., а самое главное, представляет токен бота, благодаря которому можно запустить библиотеки. Его можно запустить. Библиотеки, с помощью которых можно создать Telegram-бот. Aerogram, Telebot, Python, Telebot, бот и так далее. Демонстрация бота. Вот так выглядят сообщения, которые бот присылает накануне выхода фильма. Еще из другого функционала можно написать команду start и увидеть список фильмов, которые будут выходить в ближайшее время. Можно узнать информацию по-любому из этих фильмов по ID. Сейчас, секунду, не запустил. Вот. Вот так выглядит информация. Название, дата релиза, краткое описание, ну и картинка. Также по команде Soon можно увидеть фильм, который выйдет в ближайшее время. Ну,
И, в общем-то, все пока что. Верни меня организатору. Сейчас. Все. Вот, собственно, как выглядит база данных. Первый столбец – это ID, потом название, дата выхода, описание, фото, вышел фильм или нет, и название на русском. Вот пример работы Телеграма, как мы увидели уже в лайфе. Уведомление о том, что скоро выйдет фильм. И результаты. Мы изучили, что такое парсинг, каким используется для этого библиотеки. Реализовали парсинг сайта IMDb, получили необходимые данные. Изучили, как создаются Telegram-боты, какие библиотеки используют для этого, а также реализовали его. Реализовали Telegram-бота, который может прислать список фильмов, выходящих в ближайшее время, а также более детальную информацию по одному из них. Благодарю за внимание.